25-летие непризнанности. В Тирасполе военным парадом отметили самопровозглашенную независимость так называемой Приднестровской Молдавской Республики. По центральной площади города маршем прошли около 2000 военнослужащих, проехали более сотни единиц военной техники, танки, установки ПВО и переносные системы залпового огня. Над ними висели флаги Приднестровья и российские триколоры. Президент самопровозглашенной республики Евгений Шевчук в приветственной речи сказал, цитата: «Мы сейчас находимся в трудной ситуации, однако являемся миролюбивым государством». Конец цитаты. Официальный Кишинев назвал парад демонстрацией неуважения к международному статусу Молдовы и расценил его как пропаганду насилия. Напомню, 2 сентября 1990 года территория на левом берегу Днестра, площадью чуть более 4000 квадратных километров, заявила о своем отделении от Молдавской ССР. После вооруженного конфликта, активное участие в котором приняли российские военнослужащие, Приднестровье заявило о своей независимости. До сих пор ни одна страна мира, за исключением также непризнанных Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, суверенитет Приднестровья не поддержали. Российская армия до сих пор остается на территории непризнанной республики в статусе миротворцев. У нас это называется нормально, красиво, подготовлено, смотрится, чувствуется, что есть армия. Вот это самое главное. Пусть думают те, кто на нас посягает.